Том забила хороший гол. Видимо, это был большой раздражитель для наших игроков. И потом они стали играть в футбол. Футбол играли результативный. Может быть, те матчи, которые были, которые мы много моментов не удавалось нам использовать, может быть, нас сегодня вознаградило. И были забиты хорошие голы. Но опять играли, на мой взгляд, тайм. Если первый тайм он был, мягко говоря, неважный, то второй играли хорошо. То же самое, как было и в предыдущем матче. Поэтому, почему это происходит, пока понять не могу. Может, разминаемся не так, может быть, какое-то такое психологическое состояние не очень хорошее. Всякое может. Это наша задача — разобраться. По-моему, Касаю что-то есть проблема. Потому что он бы так не ушел. Проблема с коленом. И думаю, что достаточно так серьезно, если он попросил замену, и было буквально 15 минут. И Михалик такая же ситуация. Нет, Михалик Голеностоп. Но не знаю, все-таки Голеностоп не колено. Михалик, он такой парень боевой. Может быть, его поставить в тройке следующей игры.